Случается, что добросовестные граждане, регулярно оплачивающие коммунальные услуги, по вине своих менее ответственных соседей, остаются отключенными от систем водоотведения. Согласитесь, не очень удобно и уж тем более нечестно по отношению к порядочным гражданам. Современные технологии сегодня позволяют избежать подобных ситуаций. Рязанский водоканал приобрел в свое пользование специальное оборудование, позволяющее отсечь канализацию отдельной квартиры, не причиняя при этом неудобств соседям должника. Данное оборудование приобреталось с целью борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения. Оборудование позволяет отключить от услуги конкретную квартиру. Уже неплательщик не сможет пользоваться ни унитазом, ни раковиной, ни ванной. То есть вода просто перестанет уходить в слив, и самостоятельно должник уже не сможет подключиться к системе. После того, как неплательщикам производится оплата долга, то услуга водоотведения сразу же восстанавливается ему в полном объеме. Это устройство состоит из катушки со шлангом длиной 50 метров, в которой внутри скоммутировано все подключения. Такое как пневмо, электро, оборудование, все. Значит, есть пульт управления освещением, фронтальной и боковой камерой. Вот такой аппарат, вполне легкий и компактный, устанавливается сотрудниками водоканала на крышу дома, и далее с помощью камер обнаруживается нужный рычажок давления, который и подействует на должника самым предсказуемым способом. Как показала статистика, метод очень действенный. Количество любителей экономить на платежах по коммуналке постепенно сокращается. Работы еще, конечно, достаточно, но первые положительные отзывы в адрес новинки уже поступают.